Девочки, хочу показать вам, как я заворачиваю чак-чак в пленку. Если форма квадратная, то это не проблема. А с круглой немного проблематично. И поэтому, думаю, для вас это тоже будет полезно. Покажу вам, как я это делаю. Вот как это выглядит с обратной стороны. И вот такие вот наклеечки у меня. Заказывала я на AliExpress. Хотя их можно найти на любых интернациональных сайтах. И скотч нам понадобится. Думаю, любой его брат получит вот такой вот маленький сладкий подарок. Или же можно готовить на заказ и зарабатывать на этом. Оформляйте, готовьте на заказ и зарабатывайте, друзья. Я, к сожалению, это делать не могу, мне здоровье не позволяет. Я готовлю только для своих родных и близких и для блога, для вас. В общем, готовьте.